ребят, всем привет. Появилась продажа. Точнее, появилась не в продаже, а появилась в магазине рубрика «Аукцион». Значит, товар, который можно приобрести по принципу «кто больше заплатит, того и будет вещь». Значит, представляем к вашему вниманию новенький фотоальбом советского образца. Вот так вот он все в красивой обложечке. Здесь вот так. Здесь вот так. Все это можно прийти посмотреть в самом магазине. Магазин находится город Луганск, улица Ленина, 130. Магазин барахолки, 3 километр. Работаем мы с 9 до 16. Начальная цена, лот номер 1, 100 рублей. Все предложения, пожалуйста, в комментариях. Дальше. Лот номер 2. Начальная цена 500 рублей. Вот за этот набор. Здесь, кто понимает, тот и без клейма все увидит. Попробуем сейчас навести. 7 юмет. Ну, что-то такое. Начальная цена 500 рублей. Все вопросы, предложения в комментариях. Лот номер 3. Статуэточка фарфоровая, советского образца. Начальная цена 250 рублей. Никаких сколов, трещин здесь быть не может. Статуэточка, лот номер 4. Танцующая пара. Начальная цена 250 рублей. Никаких сколов, трещин нет. Все вопросы в комментариях. И вот такая вот огромненькая ваза. Здесь никаких сколов, трещин нет. Абсолютно все новенькое. Начальная цена вазы 350 рублей. Лот номер 5. Аукцион действует до 21.01.2019. 22 мы объявим победителя или покупателя данного предложенного нами товара. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, жмите лайки. Всем пока!